Всем привет! Сегодня мы с вами едем на необычную прогулку. Присоединяйтесь. Надеюсь, вам понравится. Вчера марина была закрыта. Было нефтяное пятно, яхты не выпускали в море. Сегодня очень много прогулок морских. И мы тоже скоро поедем. Так, это стоимость на теплоходе Дагомыс. Сейчас мы узнаем. Так, а скажите, пожалуйста, а сколько по времени длится? Это часовая обзорная прогулка с бесплатной аудиоэкскурсией. Спасибо вам большое. Пожалуйста, приходите, мы вам всегда рады. Спасибо. А там чего-нибудь нам интересного расскажут, да, раз обзор? Да, там бесплатная аудиоэкскурсия. У нас очень хороший шеф-повар, на борту есть ресторан, бар. И самое главное, бесплатно говорить. Спасибо большое. Спасибо. Лайфхак. Про теплоход Дагомыс. То есть обычный билет стоит 700 рублей для взрослого. Вы скачиваете приложение Биглион, там покупаете билет, оформляете, сколько вам нужно. И там, получается, билет стоит 560 рублей. На почту или в личный кабинет Биглиона вам приходят электронные билеты. Вы приходите на кассу пятую, показываете там в вашем приложении эти электронные билеты, вот в кассе кассир, и она вам выдает, ну, мы купили два билета, она вам выдает билетики на теплоход, да, меняет. Я даже и не знала, получается, экономия 140 рублей. Мы решили попробовать, и получилось, что сэкономили. Дагомыс уже приплыл за нами. Очередь ожидающих посадки. 15:15 мы выходим на морскую прогулку с получасовой экскурсией. Прогулка будет длиться час. Отдаем билетик при входе. Билетики у них забрали. Уже красиво. А какие виды откроются из моря? Этаже. Но здесь музыка как-то громкая. Я сомневаюсь, что здесь будет слышно экскурсию. Поднимаемся. А можно меню посмотреть? Да, спасибо. Так, кому что интересно, ставим на паузу, смотрим. Так, это еда. А, это напитки. В отзывах читала, что самое лучшее место для морской прогулки, если вам не надо в ресторан, это вторая палуба, корма. Проверим. Выплыли из марины. Такая панорама. Жемчужина.
Ой, такие медузы. Наверное, будет не видно. Хотя видно, медузы. Очень много медуз. Но лучше бы были дельфины. Корнироты. Интересно, где мы совершим разворот. Прошли район Светланы, Бытха. Гостиница Лазурная. Пока идем вперед. Теплоход разворачивается в районе Хоста. Мы даже не доехали до актера. Galaxy до Рейдерсона. И уже разворачиваемся. Какая панорама сейчас не открывается. На закате, наверное, было бы поинтереснее. Ну так тоже неплохо. Экскурсию нам так и не провели. Нужно, наверное, было спросить. Сейчас мы узнаем. Но мы уже движемся в порт. Почти уже закат. Очень красивый вид на морской порт. Шикарные снимки на закате. Чья-то яхта. И не одна. Красоточки такие. Причаливаем. Экскурсию мы не слышали. Она была на третьей палубе, а мы все время были на второй. Можно заглянуть к капитану в каюту. Субтитры создавал DimaTorzok.
Мы сидели вот на этой палубе. Может, надо, не знаю. Нам была не слышна экскурсия. В общем, нужно было сидеть на задней или на третьем этаже, где колонки. Там была бы слышна экскурсия. А мы все прослушали, в общем, как обычно. Ирусик, спасибо тебе за прогулку и за компанию. На этой красивой ноте хочу попрощаться с вами. Если понравилось, поставьте лайк. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.